прежде чем читать аудиокнигу, аудиокнига это не дубляж. Помните о тупиковой ситуации. Что такое тупиковая ситуация? Это когда человек пытается найти выход. Он, он, прочит, он читает текст, но постоянно держит в голове так, как же мне из этого выбраться. Неважно, какой текст. Боже правый, что за шум, отвлекающий от дум? Не могли бы вы не очень хочется поспать. У меня сегодня в планах обозначена кровать. И тем самым, когда вы пытаетесь сами разобраться в том, что происходит, вы держите зри... внимание зрителя. В общем, да. крепко, когда читаете, просто читайте медленно, не торопиться, просто читать, читать, понимать Кстати, и успевать да. читать вперед. Ошибка новичков, они всегда очень торопятся.